возможность детям окунуться в сегодняшнее представление? Ну, конечно же, в сказку, в самую настоящую новогоднюю сказку, еще и со снежными чудесами. Сегодня их ожидают самые любимые персонажи из разных сказок и мультиков. Каждый найдет себе по вкусу и Машку, и Волка, и Миньона, и самых любимых Дедушка Мороза со Снегурочкой. Мы все дружно и весело проходим 4 испытания. Первое – это куриный переполох. Наступающий год у нас год петуха. И вот у него в курятнике произошла беда-беда. Все яйца растерялись, и ребята должны ему их помочь собрать. Вот, они летят со всех сторон, с разных. Ребята должны их словить в одно большущее ведро, навести порядок. Вот, еще у нас есть испытание – это снежный бум. Огромные снежные шарики нужно доставать с помощью волшебных палочек. Руками их трогать нельзя. И запутанные следы. Дедушка Мороз у нас шел по лесной тропинке, нес много-много подарков и несколько штучек потерял. Вот, ребята, конечно, идут за ним след в след, очень сильно стараются и собирают подарочки. Вот, и также радуют глаз, делают зиму у нас не черно-белый, а разноцветный. Рисуют картинки в разные цвета. Можно сказать, что новогоднее настроение у нас получается всем дарить. Вот, все радуются, смеются, улыбаются, выходят от нас полные позитива, хороших эмоций. И мы, соответственно, тоже. Всех с Новым годом! Следите за новостями на портале городвитебск.бай.